Сейчас проходит третий этап чемпионата по аквабайку. Проходит он в Киеве. Прекрасная погода, нам очень повезло. Одно удовольствие наблюдать за ребятами и присутствовать в Киеве на соревнованиях. Столица, как всегда, встречает хорошо. И да, по поводу погоды хорошо подметили, что пока она нас радует. Там посмотрим, что будет дальше. У нас уже традиционно, наверное, четвертый год в этом месте. Вот здесь хорошая акватория, приятное место, интересно наблюдать. С этого много нюансов. С этого пригорка интересно наблюдать за трассой, все просматривается. Как настроение вот сегодня? Какие ставки? Ставки? О, ставка сегодня очень высокая. Потому что все готовились, все стремились к чему-то. Будет большое рубилово, все улыбаются, но все ходят и точат ножи за спиной. Ну, обычно это все позитивно. И, ну, помимо соревнований, тут еще как бы собираются единомышленники, общаются. Уже чемпионат Украины. У него трасса сложная стоит, максимальное количество поворотов и буев. Протяженность трассы около 2 километра, потому что большое количество участников, они на маленьком промежутке не могут находиться не меньше, там, по-моему, 100 метров на человека идет, на трассу должно быть. Все участники очень ровно едут, очень сильно едут, и женщины в том числе. Потому никакое не привзято, это настоящий спортсмен, настоящий боец, и в мире есть чемпионы, это женщины. А как парни, они чуть-чуть уступают, или все-таки уже когда на воде, то все равны? Нет, борьба уже идет по полной программе, никто никому не уступает, и здесь уже нету различий парень-девушка, все борются до последнего. Буду стараться со всех сил бороться наравне с мужчинами. Все, кто на старте, все мои конкуренты, потому что в моем классе все очень плотно едут. В любом случае нервничаешь, тем более у меня сейчас некоторые изменения в мотоцикле, что не дает мне полностью реализовать свои навыки. В гонке мы соперники, как только приезжаем на берег, мы жмем друг другу руки, все общаются отлично. На берегу все друзья, но в гонке все начинают друг друга пытаться догнать, сделать. Ну, в общем, тут уже просыпается мужской инстинкт, да, быть первым. Вот устал с дуру и повалил, видели как? О, молодец, молодец, реально. Ну. Мне очень понравилось. Ну, было круто, была борьба, то, что хотел, то получил, еще и приехал на этом заезде на тумбочку. Кстати, сегодня, по-моему, за все время самая многочисленная гонка по количеству участников. И это видно, это чувствуется, даже вода нагрелась, как обычно. В гонке все непредсказуемо. В любой момент ты можешь из первого стать последним, поэтому... Все до последнего метра гонки каждый конкурент.
Сложно то, что как бы это последний этап в этом году, да, и вот приходится с этим прощаться. Вот, то есть впереди зима, будет холодно, грустно, ну вот, вот это, наверное, самое сложное сегодня. Ну, чувствуется, да, все воодушевлены, но и борьба все равно такая серьезная, особенно ближе к концу, конечно, все. Последний этап, как бы, поэтому позиции как бы еще не определены, вот, и сейчас как бы едет, каждый едет на все деньги, как говорится, поэтому борьба есть, да. Ну да, добавилось как бы достаточно много пилотов. Наши надежды в этом оправданы. Вот, и ребята как бы вот смотрят, тренируются. Тяжело это все прочувствовать со стороны, да. То есть надо. То есть многие ребята приходят, смотрят, чего-то боятся, но пока они не попробуют, у них не сложится полной картины, да, как это должно быть и какое удовольствие это все приносит. Поэтому, ну, то есть мой призыв, как бы пробуйте, тренируйтесь, начинайте, как бы. Ничто этому не мешает. То есть это очень интересно, весело, как бы. Каждое приключение в жизни, оно по-своему уникально. Вот каждая гонка — это такое приключение, это маленькая жизнь, как и лето. Генеральний спонсор змагань – компанія «Логос Спорт». Ексклюзивний дистриб'ютор BRP в Україні.